В администрации состоялось заседание Комитета по безопасности дорожного движения. Представители Люберецкой ГИБДД обсудили нововведения с руководством транспортных предприятий округа. С 1 января 2022 года на всех регулярных городских маршрутах общественного транспорта должен быть установлен тахограф. Устройство фиксирует скорость, пробег, режим работы и отдыха водителей, помогает при решении споров при ДТП. Подняли вопрос о создании инструкции для водителей общественного транспорта, которая поможет избежать конфликтных ситуаций и защитить сотрудников транспортных компаний. Много, соответственно, сейчас фиксируется в Инстаграме, в разных социальных сетях информации, выкладывает то, что хочется, и никто не разбирается и делает поверхностные выводы. Водитель всегда у нас остается виноватым, независимо от того, что кто был зачинщиком или кто спровоцировал конфликт. На заседании также обсудили вопросы о правильной перевозке детей на школьных автобусах и о штрафных санкциях за остановку в неположенном месте.